Подъезды в многоквартирных домах Одинцовского района продолжают приводить в порядок. Работы проходят в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» поэтапно. Не так давно очередь дошла и до дома номер 3 по улице Мичурина в Новоивановском. Проблем было много у нас с подъездом. Во-первых, электропроводка у нас была негодная, почтовые ящики. Все это мы сейчас заменили. Ну, естественно, грязные стены у нас были. Все это заменено, покрашено, так что жители дома довольны. Новоивановская – это один из лидеров Одинцовского района по реализации губернаторской программы. До сих пор работы по ремонту подъездов выполнялись быстро и четко. Осуществлялся ремонт, красили стены, потолки, перила. Были заменены короба по всем этажам. Работы мы осуществляли собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Валентина Владимировна – местная жительница. По словам женщины, в последний раз строение 78-го года ремонтировалось очень давно. Очень давно производился ремонт. Лестничные клетки, ну, примерно лет 12 красились тому назад. Вот. А какое-то сезонное обновление по хотя бы краски в подъезде происходило? Нет, не происходило. В плане региональных властей до конца года привести в порядок 32 тысячи подъездов. Причем виды и объемы работ согласовывают с местными жителями. Главная особенность данной программы, в чем она интересна и управляющим компаниям, и, соответственно, собственникам, это долевое участие местных муниципалитетов, области, ну и, соответственно, управляющей компании. Подробнее с проектом можно ознакомиться на официальном сайте, точный адрес которого вы видите на экране. Там можно узнать адреса домов и список конкретных подъездов, которые власти планируют привести в порядок до конца этого года. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».